трупов нету, нахуй. Это дед, короче, чем-то облили, и все сгорело, нахуй. Я тоже сгорел. Смотри, какая курточка, ебаный в рот. Вот бабушка, нихуя кожак, блядь. Ну все, пошли, бери, пошли обратно, нахуй. А Танька-то где она? А Танька куда съебался? А она в футболку. А, домой вернулась? Сейчас ее зайдем, нахуй. Домой вернулась, нет? Она, я сейчас приедем, нахуй, я знаю, куда. Ты понял? Что говоришь-то? Понял? Ты давай подкуривай. Я, блядь, свои никогда не изменял. Воскресенье, да? Завтра? Нет, завтра же понедельник. Я тебя потом увезу до бункера. Вот она на работе, я что, гуляю? Там тебе борща, нахуй. Вот с тобой сижу. До 9-го. До 9-го. Так она-то этого не знает. Ну, видишь, какой город, блядь. Пошли сейчас, ты поможешь. Без предпозорный это. А чё я помогу? Ну, любители выпить, правильно? Я тоже помоюсь. Никола, блядь, тоже скапочка. И мы также и бомжуем, нахуй. Мне завтра на работу. Да, а чё, блядь, а чё бомжуете? С руками, с ногами, блядь, шли бы куда-нибудь работать, нахуй. Куда? Ну, хуй надо, огороды копать, нахуй. Паша, огороды копать. Паша, спроси, у кого документы есть? Бурдак, есть документы у тебя? Документов нет. А что это? С документами надо? Нахуя картошку копать-то, документы нужны, блядь. У меня есть документы. В саду. Но только не все, нахуй, полностью, нахуй. Ну, я... Плохо хочешь? Картошку умеешь копать, нахуй? Я уже накопался на Рехницком, нахуй. Давайте я вон, у Детвити, нахуй. Увезу тебя в колхоз, нахуй, свободное дышло там. Накопался там, слышишь? Давайте я в колхоз вас всех увезу, будете копать за еду. Я там еще покупался еще. Ты поешь за еду? Поеду. За еду, просто за еду, что ли? Да. Не только за еду, не, покурить. Выпить нет, нахуй, не курить, ничего, нет. Просто есть. Еда. Так тарелка супа в день, подойди. Нахуй. Да хули он мне. Да я же. А что ты? Когда я вас нахуй повезу. Пускай тебя на то. Тарелка супа в день. Наташка увидит, нахуй, тебя сразу скажет. Давай домой, нахуй, обратно, нахуй. Вернись, нахуй, да? Да. Бульдог, блядь. Это, сука, бульдог, дай глоток, нахуй. Сейчас никто меня не выгонял, нахуй, еще никогда. Бульдог, тебя сейчас хуй не знаешь, нахуй. Кого? Нормально. Я шапку сниму, нахуй, меня узнают. Ну, шапку, блядь. А это шапки не узнают, а ты, блин, нашел когда шапку? Да ничего, блядь. Нет, Денихин, нахуй. Это Наталья, блядь. Это подстригла, нахуй, вообще, нахуй, нормально, нахуй. Тебе, наверное, жарко. Тут да, извини, тебя под площадку постригли, нахуй. А что шапку тогда делал, блядь? Жарко же, нахуй. Жарко, а? Блин, Паша. Жарко же. Вши, блядь, сгорят. Да, нахуй. Там этих, блядь, вши там нахуй. Одел ты еще мою нахуй. Шапку, блядь. Ну, уже ты же мне сам отдал. Сам отдал. Свою выкинул. Мою одел. Ты свою выкинул, а мою одел. Бульдог отжал, нахуй, шапку, нахуй. Одевайся-то. А как неправильно? Нормально? Господи. Все, Паша, загорело, все. Все нажито непосильным трудом, блядь. Хуй с ним, в другом месте строите, хули. Сейчас я его стану, да, побреюсь. Ну все, будь здесь в воскресенье, я же в воскресенье приезжал, пришел у вас там, блядь, нету никого, нахуй, в шалаше еще, целый был шалаш. Сегодня приехал, уже жены, нахуй. Завтра приеду, там опять там дом стоит. Какие-то эти приезжали, охранники, нахуй, что ли там что-то было. Сожгли, нахуй. Пацаны, блядь, баллоны сожгли, а они приехали на эти, на волки. А и они чем-то облили. А ты где, ты видел, что ли, это в кустах сидел? Нет. Знаешь, пошли. А кто? Нет, мы пришли уже, пластаются. Ты пешком дойдем. Там кошки есть, живут. Никола, с тобой кошки живут, что ли? Кошки живут. Ой, поскармливают их. Да, так я их поскармливаю. Да? В голубей. Она беременна, случайно, ничего больше не делаешь с ней? Тоже. Это одна, все. Я говорю, ты, она беременна, это не ты случайно, Никола? Да, нет, я подкармливаешь, блядь, Никола. А то Валентин-то где, блядь? Любитель собак-то, блядь. Ну, здесь, сейчас нету его. Тихо. Ага. Дрюха, есть курить? Вы, что же, когда есть, я нахуй. Паша, вон здесь ночевал. Кофта, дедушка, дед, ты что кофту свою бросил? Я тебе не пашу. Да я... Комар на ней сейчас сидит, чтобы не жарко было, да? Не. Жарко, что? Жопу ждать, нахуй. Я вон на крыше сидел, где? Я в бородаче здесь. Ой, курите, ой, я уже, блядь, остался, блядь. Хуй да нихуя, нахуй. Ну, а что сделать? Да, курить да курить, нахуй, да? Так, я резко... Курить да курить, нахуй.
Айбай, да королева, нахуй. Че? Блядь, вот так вот. Серега, блядь, разбрасывается сигаретами, нахуй. Серега опять кабели медного где-то набрал, блядь. Кто? Че не хочется? Я говорю, дома же хочется же. Говорю, тебе, ну я что, я вам там мешать буду, что ли? Чем ты у меня этого зовут? Третьим будешь хулить? Помощником. Кому мешать? Вам, что ли, будем мешать там? Что, ну мы с тобой вдвоем? Ну, а то я там буду, ну, сейчас я свечку нахуй зажгу. Вот и этого. А они смотреть, так не поняли, я же взрываю. Рыжий, пизды получил. Ты же знаешь, что она на работе. От кого? От сестры. Ну, на работе она сегодня уже уходит, у нее последняя смена. Ничего не. Последняя смена. Завтра утром. Забрали его. А так завтра утром? Пойдем. Мужик-то сейчас ты помоешься? Есть. Я тоже хочу помыть. Ты понял? Ну, Рыжий, ты что, говорит, он вообще собирается нормально жить, может, и так да. И будет, дальше вернется? Не знаю. Но он, наверное, уже весь при параде, чистенький такой, да? Так идем, или что? Побрито уже, все помыто, все вот и то. Паспорт-то получил он? Пятницу. Ну, ему сестра-то по-любому сделала. Не знаю, получил. Ой, младшая сестра, она по-любому ему сделала паспорт. А как она не сделала? Она, не они, они в порядок его привели, все побрили, помыли. Все. А? Куда же вези? Да бежишь нахуй пешком, нахуй. Он день проводит тебя, нахуй. Иди, буду проводи его, нахуй. Денис, мы тебя ждем здесь. Быстро проводишь, быстро придешь, быстро поедем. Давай. Сможешь? Нет. Да я не уеду никуда без тебя, что ты, блядь, переживаешь, нахуй. Пройди его через дорогу, переведи его, да обратно иди. Нет, через дорогу. Покажешь ему это, нарисуешь на асфальте карту ему, нахуй. Как идти за домом? Блять, у меня ручки нету с бумажкой нахуй. А ты, блядь, вон палочку возьми, на грязи-то нарисуй, блядь. Ребят, как, надо как-нибудь субботник заставить смотри, и прибраться, блядь, это, за деньги, блядь. Им заплатить смотри, денег большие. Вот теперь, вот такое, блядь. Что это такое? Вот шарики дай ему, пускай он идет и кидает каждый шарик, потом по нему обратно вернется. Я говорю, что? Говорю, он закатывает. Дурак, не бери, блядь, иди. И закатывать надо туда. Закатал нахуй. Наташка любить будет нахуй вообще нахуй вот иду нахуй. Ты же шишка что ли? Наташка нас обоих убьет. Я говорю, я знаю, что будет она. Она ведь так-то не на шутку нахуй. Блять, а. Вам надо суп варить нахуй. Иди суп варить. Суп варить нахуй, ё-мо. Пустая бутылка есть, блядь, все, иди. Лирка, у нас там вода и. Нету, мы пошли, нам не было. А вот хули она есть просит? Каждый день, блядь, да? Каждый день есть просит. Иди жене суп, а мы сами жрать хочем. Сейчас я его оставлю. Ты уже сухарь съел, Серега? Андрюха! Поел уже, нахуй. Паша! А? Как они приезжали-то? Тихо. Антон с Катей? Да. Спасибо большое им. Все. Антон скажет, иди, проводи его через дорогу, пускай идет домой, да и все, ты возвращайся нам. Он не бомж, он нам не интересен. Ну, бля, мы уже убежим нахуй. Он не бомж, он нам не интересен нахуй, да? Нам бомжим, он интересен. Ну, блядь, трехкомнатный. К нам, блядь, пропить нахуй. Я у нее уже был в гостях. Тоже был, что ли? Был. А жена что сказала ему? Да я ушел обратно нахуй. Да? Нихуя! Ты всех, блядь, уже Николая сводил к себе домой, что ли? Пошли быстрее. Да пошли, куда? Что ты мне торопишься? Картошку чистить. Да, никуда я не пойду. Бери за руки, нахуй. Не пойду я никуда. Мне надо ехать еще, блядь. Мне она звонила. Что говорит? Что говорит? К ней, блядь, ехать. Ну идите, давайте. Сейчас я, да я не пойду нахуй никуда. Вы что, с ума сошли? Ты, блядь, водка, деньги, блядь, он сорвал. Я в такой кухню. Да, он сейчас пойдет. Андрюха, у меня есть мяч. А, Паша, блядь, дай мне кусок. Он сейчас тебе пойдет, блядь. Ага. Вон стоит. Выпей. Так, блядь, и так уже готово. Сейчас я Наташку. Ты сейчас картошку-то, блядь, такую а уже не получится. Не чищен. А, что, домой еду уже? Домой еду? Помой ее в мундире. А, Паша, в мундире сварит-то. Вот и все. Ну, в мундире нахуй. Ничего не буду, я только переоденусь и все. И на работу пошел? Да. Какая работа? А ты что, куда пьяный пойдешь на работу? Где ты работаешь? Вот, на прессе. На прессе? Металл, что ли, прессуешь? Ну, такие. Ага. Смотри. На деду не сядь нахуй, на голову деду сядешь нахуй. Блядь, может, на Лёшку, блядь? О, там чистый у тебя. Кто чистый?
Какой чистый, водка, блядь, чистая, нахуй. Все, блядь, чистый. Блядь. Вот. Давай большой глоток сделай, да иди, хули. Тебе, блядь, да. Не сможешь, что ли? А что? Ну еще сделай, отдохни, еще раз сделай. А то не дойдешь, блядь, сейчас. Дай ему, бульдог, дай ему сухарик загрызть. Че жмешь это, блядь? Где я на работу пойду, блядь, хуй тебе знает. На четырех костях, нахуй. Наташка тебе донесет. Наташка на работе. Знай его, блядь. Ну я понял. Так она на работе. А вы сегодня это как его? Курить кто даст? Комок закроет, называют закрыто, 15 минут. Вот это время, блин, донесет, блин. Да пошел ты. Куда? Сейчас я так, кошечкам, сейчас сиди, я пойду кошечкам пожать там. Я же забыл, я отвелся кошечкам же еще тогда. Ну так вот, ребят. Похоже, сейчас Никола покормит их хоть. Все, Денис собрался домой. Ну. Так, знаете, вам еще пачку сигарет, вот, блядь, сидите так. На, Никола, кошечка, положь покушать. Да где кушать? Ты не будешь комар кушать? Где кушать? Что, нормально же она? А какая же кошки едят? Соевая. А ты сейчас ешь, хули ты выкидывай. Потеряешь ее. Открываем с хлебушком. Там соевое же мясо, хули оно? Ну Никола-то, Никола все разбросал, все ножи, блядь. На! Что? Нож выпал у тебя. Да у меня их два. Убери их сразу, убери подальше нахуй. Убирай нахуй. Блин. Нормально? Нормально. Какой, блядь, поел. Дай ему запить-то хоть. То что, с хомяткой ест, блядь? Да, вот это. Да вон вода, бутылки. Вон, братан. Не, ему водочки надо, да? Да. Че, со вкусом чего, курицы? Благодарю. Че, пошел, что ли? Пошел? Мне же сейчас... Ну дай ему пивни, пивни, дай ему на дорожку пивни, он пойдет. Вон там. Где она, блядь, босс? Ну все, хоть, блядь, хоть Серега поест, блядь, и кошки поедут. Нет. Вон пивни. На работу ебаш. Да не ходи уж на работу, зачем? А? Не ходи на работу, нахуй. Подводить тоже нельзя. Молодец. Вот, ребят, смотрите, видите, человек пьяный, а на работу все равно пойдет, блядь. Вот это называется, блядь, ответственность. В воскресенье люди отдыхают там. В воскресенье люди отдыхают. Суббота, воскресенье отдыхают. А рабочие дни начинаются, они это самое. Не, не надо. Сейчас надо тебе отдыхать, а потом это самое работать. Пусть. Тебя поедет, нет? Сейчас. Тебя повезу домой, я увезу сейчас. Нет, встретят. Встретят сейчас. А? Ну пивни. Нет. Дай воды. Надо покупать, наверное, Сереге лучше, блядь. У него зубов нету, как раз ему нормально, да, Серега? Блять, Никола, так она так рвется, блядь, Никола ножницами, блядь. Где его? Вон колонка рядом. Сделаем. Вода. Вон вода. Вот, бутылка. Нихуя у Никола ножницы да острые, блядь. Все, съел хоть. И подкрепился какие? Хоть немножко. Пошел, мощная, блядь. Вообще пиздец, блядь, ты. Так и обрезание можешь бульдогу сделать, нахуй. Ногти надо обрезать. Да, побежал. Давай, бульдог, обнимайся с Дениской, пока и... Потом обнимались. Не, ну увидите, ну чтобы как друзья, блядь, что. Давай и... Подружки. Подружки, нос к носу. Ну давай, мы тебя смотрим, чтобы под машину не попади такой, Денис. Дай покурить. Дай ему сетку. У меня нету курить. Я ничего спрашиваю. Бульдог, сопли его убери. Да нормально, у бульдога сопли. Ты можешь сбрить нас поспорю. А ты что не сбриваешь? А у него... Прикури. Знаешь, я сейчас загорел. Прикури быстрее. Да это курить, прикури, блядь. А может поебать, как газетку завернуть. Поебать у нее месячные. У тебя что месячные? Да. Какой у меня? Бульдог сопли вглотни. Вытри. Он ее проглотил, у меня бульдог, сука, поскольку. Сука, нихуя. Че ты? Я думал, жена звонит. А это кто?
Работает? Это супруга. Это самое. Любовница. Аж коленки затрясись. Сейчас на дошке-то увидит. Я здесь с покрылья никогда не работал. Сейчас пьяно работал. Сейчас пьяный будешь работать надо. Передай. Сейчас попозже, потом поедем, передашь. Плюс ты, блядь, тяжело. Дай бы только сигаретку-то. Обязательно ему сейчас жена, блядь, придет, ему пизды даст. Жена на работе. А, точно, она на работе. Меня с работы. Жена угостит-то. Так она, у меня видишь, блядь, он говорит, блядь, одни проблемы. А ты прикурил ему, бульдог. Он просил тебя прикурить, блядь. Да, прикурил. Так нахуй ты ему прикурил, блядь, бульдог. Я тебе нахуй спички дал. Чтоб ты ему прикурил сигаретку? Не я тебе, не ты мне, блядь, а я тебе нахуй дал. Я тебе бороду, блядь, дал спички. Взял мои спички отдал, блядь. Что ты, молодец? Я прикурил, там уже ждет. Не, я был только что. Я только что туда еду. Где мои спички? Угу. Давай, все. Блядь, тихонько, блядь. Все, давай. Со всеми. Все, давай, пока всем. Скажи. Все, побежало, нахуй. С бульдогом по-дружески, нахуй. Ну, блядь. Че, не проживал, что ли, Серега? Подавился, блядь. Мои спички, блядь, дай сюда. Да я мне там, я дам вам спичек, у меня там 10 коробков спичек есть, я вам дам никого, не переживайте. Да? Ты что за привычка, блядь? Шофер. Мне. Тебе оставлю тоже, нам не переживай. Серега, не упади, блядь. Не. Ты что, поел, упадешь, блядь? Да спать не лягешь. Не спать захотел после еды. Ты тут. Давай, Денис, все, удачи тебе, дойдешь хоть нет? Или бульдога попросишь, чтобы проводил тебя? Встреча. Да все, я тебе пошел уже, давай. Беги, бульдог, скажи, чтобы нормально проследи за ним. А то под машину попадет, блин, парень. Давай. Все, нас становится все меньше и меньше. Но мы в тельняшках, нахуй, да? Да. Скоро твой праздник. Давай, заходи. Какой? Пограничник. Не, а почему я какой пограничник? Я не пограничник же. Не. Не, не погоди. Ты что, пошел, нет? Нет. Я тоже погоди. С праздником тебя. А он, Паша, хочет ебнуться об этой хуйне в головой. Протрезветь? Ну-ка, Денис, давай. 100 рублей дам, ебнешься головой, 100 рублей дам, нахуй. Ну, сейчас. А что, не хочешь 100 рублей? Шляпу натяни, ебнуться. Ну, шляпу на лоб натяни, да раз, и все, и 100 рублей заработал. На работу пойду. Лучше на работу. Да хуй тебе работа, блядь. Ну, тут 100 рублей уебался и 100 рублей получил, блядь, да? Два. И все, блядь, хули. Шапочки, блядь, дышь. Ну, что ты? И пошел со 100 рублями, блядь. Домой, блядь, суп варить на. Да не. Да, блядь, что ты шутим, блядь, хули ты? Шутим, братан. Я знаю, что он шутит. Так, это. Так, деду выпить надо срочно, нахуй, да, дед? Ну, взял, поправил. Димыч, слазь. Понял? Ой, нахуй, мое место. Ты слазь, я мне дали. Андай. Серега не может, нахуй. Он поел, ему расслабило его, нахуй. Забирай, нахуй. Все, блядь. У каждого свое, у деда кофта, у Сереги, блядь, место его, да, Серега? На, вам пронумеровать, подписать, Серега, нахуй, комар, блядь, бульдог. Мы вместе с ним работали. Да? Мы давно знаем. Дедушки, пакет из красно-белого, нахуй, да? Нет. Нет? Я не знаю. Хоть немножко начал. Бульдог, не грусти, что грустишь, что бульдог? Не грусти, ты Денису покажи дорогу, он не знает, дорогу уже заблудился нахуй. Денис, найдешь, нет, хоть дорогу-то? Айо. Ты же друг, иди провожай, блядь. Чтобы не вернулся он, блядь. А бульдогу в воскресенье, когда Пашка приезжает, ему никто не друзья, нахуй. Дед, присаживайся сейчас, что ты, посиди немножко. Дайте выпить деду, блядь. Дед, сожги жопу здесь, нахуй. Да или что здесь? Нет, шарик.
Сука, дед, смотри, вот, сожгешь, блядь. Говорит, сейчас это... Че? Вдруг он видит... Сейчас другое, сейчас будет поедет. Он видит, говорит, что-нибудь другое будет. Бурида! Загадка? Бурида! Дай бог мне. Дай глоток. Ну, так, говорит, бульдог, дай глоток. Ты не хочешь пить? Все те же на работу, блядь. Какой ли ненасытный, вы того же, блядь. Работник, блядь. А мы не пили. Что думаешь, не могу? Да ну как ты в таком состоянии будешь работать? Бульдог, дай глоток, нахуй, деду. Я смогу. А там черная бутылка. А где она? У тебя же там? У тебя. Сумки, в сумке, блядь. Бульдог, в сумке. Здесь не черная, нахуй. В сумке. Сумку за плечом у тебя, бульдог, блядь, ты не слышишь, что ли, блядь? Ну, блядь, бульдог нахуй. Я уже туда забыл, ты давай, наверное. Нет, сумка-то. Меня ждать должен. Ты уже полчаса как назад, блядь, должен идти, блядь. Я не знаю, как он. Никола, ты же был у него в гостях, покажи ему дорогу, как дойти-то, блядь. Через дорогу переведи хотя бы. Ни раз не был. Ты же был у него в трехкомнатной квартире. Да не, это бутылка, блядь. Похуй. Денису похуй, что пить, блядь. Лимонад нахуй. Спирт нахуй. Простоквашу сам пил. Какую простоквашу? Это да, спирт. Я ел. Че? Горячо? Холодно. Да я охуел. Серега, что там, жопу жгет? Я охуел. А че? Выпить не дает. Сейчас даст нахуй. Че, спирт? Никого? Спирт, конечно. Спирт? А? Лимонад. А, больше лимонад. Ну, Серега на пенек, блядь, вот ножку, Паша, поставил, блядь. Паша, не люблю. Ну, блядь, надо. Не любишь? Да и правильно, не нехуй мужиков любить, нахуй. Не. Пьяных? Ну, хоть и сам пьяный. Но... Я-то хули сейчас. Сегодня я выпил за хули. Давай, крестись за него, бульдог. Перекрестись за него. Давай, Никола Хохол, поражай его, нахуй, скажи. Скажи, иди, Денис, блядь, с Богом, нахуй. Иди, давай, с Богом. Да. Давай, чтобы нормально у тебя все было, отработай смену, получи зарплату. Да. Коля не хочет 100 рублей заработать, нахуй, да? Не хочет. Да хули. Он знает, сейчас на работу придет, там бутылки пожмет и больше заработает. 150, нахуй. Да. Побольше. Чем сотка, нахуй. Да. Я не знаю, как он заработает. Я тебе дам, если голову раз ударишь, я в трубу и, блядь, 100 рублей дам. Хорошо. Да что тебе? Шляпу надени, ёбну. Не, а? Он боится, что? Он боится, что расшибет ее нахуй. Трубу. А, бульдог. Дай глоток. Дай глоток. У меня там, у тебя там, бульдог, в сумке. Да нету у меня. За ухо. Так я тоже хочу. Мне дорога. Да нету у меня больше. Всем раздал, блядь. Бульдог, достань бутылку, ты хули ты не достаешь, что ли? Что такое жмот-то, блядь? Есть у вас водка, я вам дам еще. Дай ему из хлебушка, дай. Я буду. Ты его не напоивай. А? Не напоивай сильно. Так его-то не надо, я у деду дай. Дай, я глотной. Иди нахуй. Чего глотать, блядь? Чего? Схуя. Сюри, прекрати. Че, Сережа опять? Дай ему сухариков, он кошка идет. Поесть. Все, ребят, кошка нашла еду. Вот что, она сытая, нахуй. Дай ему сухариков, бульдог. На. О, пошла. Все, все, ест, нахуй, молодец, блядь. Нет, они ест, думают. Будешь как я, да, пьяный Денис, правильно? Денис, ты иди, тебя сейчас встречают же там. Никола, покажи, блядь, Денис, как идти. Проводи его. Привези, пожалуйста. Да иди, тихо, у меня машина, блядь, она стоит, все, на приколе, нахуй. Никола, иди, доведи его через дорогу. Да на сухари, конь. То он заблудится, нахуй. Дорогу. Через дорогу только перейди и все, а дальше сам дойдет он. Че бульдог там делаешь? Ой. Во, как раз, давай его, Николу, на работу пошел, ребята. Денис пошел на работу, блядь, сразу видно, нахуй. Работник. Хорошая работа тебе, Денис. Дай мне сухарика. Вот так вот. Дай ему сухарик, блядь. Да у тебя в сумке там, дай ему. Серега, один единственный голодный, блядь. Бомжик нахуй. Дай мне. Нет. Чего, он живет тоже в хате. Он в хате живет, Серега? Да, кожик, а? А, Серега в хате живет, нахуй. С бабой. С бабой даже, что ли? Да, у него вы Наташа вообще заебились.
вообще такая нормальная детка, вообще нормальная. Ну вот так вот такой он, потому и голодный нахуй, потому что женщина у него силы забирает, да? А она не дает просто ему пить, нахуй. Да он вижу, он не пьет, блядь, он молодец, нахуй. Не, я же вижу, человек, жена не дает ему пить, он не пьет, нахуй. Он зато сладости кушает, да, Серега? Сладкий? Пряник? Конечно, коржи. Бля. Ну чё, блядь, бульдог, бульдог, дай глоток, нахуй. Где киса, блядь? Киса у этого. Киса уже на 101. На 101 нет его там, блядь? Нету. Нету. Его забрал это, как отчим. Бульдог, оставь Сереге бутылку, поехали до голубя съездим. Оставляй бутылку ему, Сереге. И съезди, дай ему, Серега. Сухарик дай ему покрыть. Возьми сумку Николину. Слышишь? Зачем? Ну Николу с собой заберем, втроем поедем. Кушай, иди, кушай. Поехали нахуй, до них съездим. Поехали. До голубя нахуй. Все, ребят, поехали голуби нахуй. Че? Блёд. До Ганса нахуй ехать нахуй. Да куда? До Ганса нахуй ехать. До какого Ганса мы поехали где-то? Голуби. Голуби. До голубя, а потом до Ганса. Ладно, пацаны, что голуби там? Там Тоня нахуй, у Ганса нахуй, по-любому нахуй. Да? Да. Никола, с той стороны, Никола, стой! Все, Никола свою сумку взял нахуй, все. Помчались нахуй, да? Да. Куда мы едем, да? Голуби нахуй. Голуби. Голуби целуются на крыше, да? Да, голуби там куда, в баню? Голубям нигде никогда нет. Все, бульдог. Как бы мне хотелось голубями на землю прилететь. Ну все нахуй, сейчас, сейчас прилетишь нахуй к нему. Дай, давайте нам выпить, пейте, вы что? Паскудники. Вот, наблюдают. А у него любимая песня? Одна единственная любимая песня, да, Булёк? Но. А я хочу опять, блин, даже Павел запел нахуй. По крышам бегать, голубей гонять. Сейчас будешь гонять голуби, нахуй. Если он там голубь, конечно. Если не улетел, блин. Если не улетел. О, товарищи. Товарищи полицейские стоят, больше мы сегодня не поедем. А то вообще, блядь, ребята, представляете, блядь, каждому им по штрафу выписали бы. Дорогу, ребята, дорогу неправильно. И что, а заплатил, нет? А кто? Кто платит-то, блядь? А что, он щупал? Я что ли? Ну, так я им так сказал, где и что, и как? А что я? Я бомжую. А где спишь? Да а где? Не закрывайте, нам. Нет. А пятикатку вам? Где придется, там и ночую. А ты нигде не возьму. Ну, короче, вы не платите, да? Нет. Ребята, злостные неплательщики. Нашлись. Злостные неплательщики. Да, ребята, блядь. Бомжи. Кто платит-то, блядь? Бомжики, видите, злые, блядь. Бульдог, нахуй, злой неплательщик, нахуй, да, бульдог? Да. И дед нахуй, я они, даже, они ребята поимели эту систему, нахуй, которая имеет нас, они, видите, им похуй. Живут как хотят, нахуй, хотят сколько платят. Сколько я вот попадал, я не им не платил. Поехал. Да кто их платил вообще? Я тоже не попадал. Сами, наверное, пиздят, ребята, сами платят, наверное, они, блядь. А нам рассказывают, не платят, наверное. Бегут в первую половину платят, чтобы пополнить. Чего платить-то, нахуй? Было бы чего платить. Чего? Даже было бы все сплотировать, платить я иду. Я не буду. Откуда я не платил и не буду. Как они зарабатывают? А не вот. Побегай нахуй по этому. Я первого раза. Я башу. Я посмотрю нахуй, что с ними будет нахуй. Они там сломались, там уже половина сломалась. Бля, какие же. У одного ноги нахуй, у другого руки там или еще что-то сломать. Ну эти. Я говорю, так пить надо уметь, ну этим и этим, блядям, охранникам я им устрою. Что ты им сделаешь, блядь? Нет, ты хоть не пугай, блядь, на камеру. О, бульдогу приезжаем. Ой, голуби, нахуй. Голуби. А вон голубь, наверное, идет, или что там идет? А, вроде он. А, вот, да. А вон голубь, видели, какое время? Ну, выходи, пошли в гости к нему, хули, мужики, блядь. Пошли. Пошли, у него последний там. Голубенок, он вернулся, паскудник. Голуби, конечно. Пошли там водочки возьмем, нахуй, еще, блядь. По крышам, где... Никола, выходи по одному, нахуй. Голубь, наверное, с молочки пришел. Ох, Никола там весь инструмент разбросал, нахуй. Но. Собирай, Никола, блядь. О, блядь, что там... Ёб, стой. Закрывай дверь, нет.
Здорово, голубь! Че, с работы идешь, что ли? Откуда идешь, голубь? За куревом ходил. За куревом ходил. А, за куревом? А что ты, блядь, греха. Водку несешь, блядь? Нет! Ты не пьешь, что ли? Или мы зря к тебе приехали, наверное? Почему? Ты не пьешь? Кто сказал? Ну все, тогда пошли сейчас. Я уж лью, блядь. Я думал, ты бросил пить, нахуй. Сейчас. Конечно, бросил. А что такое у тебя? Ты, блядь, пошли, это оставишь в багажнике, нахуй ты скажешь-то? Ты водку-то взял, где у тебя водка-то? Я вам дал. А ты доставай, я тебе, у меня есть потом. Я тебе дам, что ты приезжаешь? Никола собрал. Доставай ее, пить будете сейчас. Ну тебе, видишь, пожрать, если принес. Ой, спасибо. Давай вот еще с собой возьмем. Пошлите, все, это тебе хлебушка, потом все. Давай баночку возьмем, вот эту. Откройте, закусите. Закусите сейчас, да, хоть? Все, это тебе потом. Пошлите. Голуби, нахуй. Никола все собрал? Ничего не потерял? Мы видим, блядь, алюминиум, нахуй, не, блядь, не теряй. Голубь, голубь, нахуй. Голубь, блядь, и так выходил, видишь, уже за крезами. Ну все, пошлите. Послушаем, что голубь расскажет нам, блядь. О, голубь. 24-го родился. Тебе сегодня день рождения, что ли? 24-го было. 24-го. А, ну прошедшим тебя, что ли? Ну, пошли вон, пошли вам покушайте там, блядь, солянки нахуй. Еще, когда 50 лет прожди. Нихуя себе 50 лет. Ну, а где кроссовки взял? Не каждый доживет до 50 лет нахуй. Как дед дожил, блядь? Ну, вот 70. Он раньше не пил. Эта птица такая опасная. Как я не пил? Это, блин, тоже пил? Тюрьма сохранила. А, тюрьма? Ну, камера хранения, что ли? Ну, пошлите, что во дворе стоим, нахуй. Пошли на улицу, пошлите в дом. Ребята, вон кто хотел дому, вот видео, голуби. Это бардак. Дом, бардак сгорел, нахуй. Где уебаться, блин? Кого? Дров. Дров, да хоть у него дом он еще разберет на дрова, нахуй. Я все специально. Ну, давай, бульдог, открывай калитку, нахуй. То у него там, блядь, закрыто, там хуй зайдешь, нахуй. А нет, ну все, открыл. Я думал, там замок какой-то кодовый висит, нахуй. Ага. Все, блядь. Ну, голубь гостеприимный, нахуй, да, голубь? Игорюха, ты бы хоть бы домофон поставил сюда. А, потом поставил. Он еще, блядь, не все сразу. Он сначала, блядь... Москва же не сразу строилась. Нахуй ему надо, да? Меньше дорога пройдет сюда. Бля, какой-то черный ход, нахуй. Я пошли пойду. Давай, а что вам присаживайтесь? Открывайте банку, закусить хоть.